Это мы на Можуике, гора такая. Вид на Барселону. Это порт. Какой-то маленький корабль тут заворачивает. Там мы приезжали, ангары всякие. Так, подожди, вон тоже аквариум, да? Где он? Или нет? Да, наверное. Да, вон куча яхт, вон то аквариум. Всего-то вся Барселона. Так, а какой? Вообще туда вот она порядком пошла. Какой-то дом там где? Вот это что ли сеткой закрыт? Это как огурец. Это что за здание сказала там? То гауди строится. Маремагом, в котором находится аквариум. Так, кстати, мы вот здесь ехали, ехали. Вот этом бульварчик. А, вот же колонка. Не по нашему. А вот поворачивается. Я вон выходит. Да. Говорят, показывает совсем другую сторону. Нам Мадагаскар показывает колонку. Смотрите, видели мы с вами. Мы с вами заговорили о том, что я предъявировала Барселона перед этим. Он забыл и забрал. Запретил. Мы же пойдем в управление еще построена крепость. Ну, вся Барселона. А вот это олимпийские что-то вот на переднем плане. Объект. Да, вот, нет, можно. Ага. Небо и теряется в дымке где-то там. Там корабли. Тут вон фонтанчики какие-то. Вообще сюда вот на машинах приезжают. Сколько интересно тут ест. Приезжают на машинах. Надо сюда на машине приехать. И это все. Сказали вход в деревню. Это копия какого-то там поселения, короче, замка. Может быть. Это вообще апельсиновое дерево было. Это что у нас, Андалузия, да, или что? Это вот типичный как бы фонтан, тут все. Мы вообще в этой испанской деревне. Тут все здания собраны, копии зданий разных, исторических всяких такой. Вот это, например, какое-то, но не написано. Это белое, почему в белом, что Андалузия, по-моему, если не ошибаюсь, что там жарко, белый свет все красят. И дорога. Дорога камнями такими, чтобы вода, она как бы испарялась и охлаждалась, и ту, что похлаждалась. А. Ну, тут по углам магазинчики. А тут такая вот. Тут выходим в другое. А это крепость вообще в стиле, ой, не крепость, церковь. Мавры сделали которую. Вот. А потом это. А вот здесь вот видно, что вот это вот юг. Вот это цепь и вешали на освобождение церкви, знак того, что их освободили. Вот, а вот это вот что, контраст, что здесь юг, а вот это север. Что там жарко, а тут так.
Так, моя группа, пройдем за следующую. Группа, правильно, не успею, только полдевятого. На этом всех зданий наказан табличкой, когда что. Это 1565 года здание. Такое вот. Апельсины, но апельсины будут несъедобные, говорит, не пробуйте их. Это так апельсиновые деревья вот так вот растут. Вот из Кастили Леона здание. А это уже другое. Паэлья Дор. Это паэлья Далеса. Рис с морепродуктов. Вот, а сюда мы зайдем. Сюда мы зайдем. Ух ты. Вау. Вон там было. Это центральная площадь типа города, но там мэрия скрыта. Разные архитектурные типы. Как его? Фармацевт или кого? Короче, кино какое-то про убийцу какого-то, отравителя. Кого там? Чего-то около балкончиков.
Вот это я понимаю. Узкие улочки средневековые, испанские.